Доброе утро! Мы на даче, в доме холодно, и первым делом топим печь. На дачу иногда покупаю такие блины с мясом. Останкинские. Ну, между прочим, на вкус очень даже ничего. Так, водичку надо взять. Сейчас покажу наш старый советский сервиз. Мы набирали его частями с мужем, когда были молодые. Покупали то такие тарелки, потом другие, потом салатники, потом блюда под пироги. Сейчас открою и покажу. Такие тарелки. Такие салатники. Два вида селедочниц. Обычный стандартный размер и громадные. Но, возможно, вот эти большие и не под селедку, а подо что-то другое. Ну, я их использовала как блюдо для селедки под шубой, когда приходило много гостей. Глубокие тарелки. Такие. Тарелки под второе, но большие. Я люблю пользоваться большими. И громадные два блюда для пирогов. Мне интересно, какого же они диаметра? Сейчас померяю. Итак, итак, 35 сантиметров. Вот такой советский сервиз у нас на даче. Последние цветы. Все готовится к зиме. Этот кипарисовик такой яркий, радостный, несмотря на то, что пасмурно и накрапывает мелкий дождик. Посмотрите, что творит Василек. Милый мой, он все цветет. А гортензия какова? Ну, просто хороша. А если на нее ляжет снег,
Это просто будет волшебная сказка. Можжевельники скальные по осени становятся совсем белесыми, а туи становятся бурыми. Мои красавицы. Седум таким же выходит из-под снега. Ох, красив же этот кизильник, ну просто сказка. Юбка, она уходит под снег, зеленая, и зеленая выходит весной. Кстати, вот сейчас начало ноября, а точнее 8 число. Сразу видно, какие растения зимуют с листвой. Вот это японская трава, ситник, живучка. Фронт работ на сегодня. Собирать листву. Нападало опять очень много. С орешника и с яблони. И второе. Сегодня хочу укрыть верески. Покажу как. Укрывать вереск я буду так, как советовала Октябрина Ганечкина. А для этого мне понадобится просто торф. Не забыть нарвать травки для кота. Вот такой. Уже елку поставили.